друзья, доброе утро. Я рад всех приветствовать на канале про бездорожье СКРД Offroad. У нас сегодня очень интересный выезд по новому маршруту. Я по нему ни разу не ездил. Вот. И едем мы сегодня на очень необычной технике. Как вы заметили по превьюхе, с нами сегодня ГАЗ-66. ГАЗ-66, она же Шишига. На больших колесах от Урала, вот, с блокировками, с дизельным движком V8. В общем, машина хорошая. Что из этого получится, не знаю. Первый опыт такой, выезд. Ну и Нивка Сереги, в принципе, едет нормально. В общем, заезжаем в лес. Всем спасибо, что остаетесь с нами. Ну, мы погнали, в общем. Клиренс у машины, просвет под яблоком 38 сантиметров. Ни много ни мало, но вес 5 тонн. На мост сел. Пробьет, нет? Да, 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 назад. Не, на одно и то же место доезжает и все. Не, пошел лебедить. Чуть-чуть дальше. Все, совсем. Ой, блин. Не сдается, сказал, не хочу лебедиться. Задний редуктор. Да. Нету. Вообще. Вообще. Все срезало морковку. А я тебе свистел, свистел, свистел. Задний редуктор. Че, лебедим? А штурмана иногда слушать надо, да? Поехали, Макс. Ну, здесь ему проблем не будет, база длинная, клиренса хватает. Там еще и бревна. Все четенько. Супер. Даже его колея, видимо, тут лесовозы накатали, поэтому он идет прям как дома. Наверное, будем разворачиваться и выезжать в поселок, чиниться, и там дальше уже видно будет. Макс за рулем. Едем? Да, Ниву оставили в поселке, вытащили, все, дальше сама поедет, мы прямо. А мы все-таки маршрут сегодня добьем, поэтому... Как бы там ни было, надо дойти до конца. Да, маршрут у нас длинный, времени достаточно, будем ехать. Проблема большой машины – это деревья. Нет, все-таки свалились мы.
все четенько. В общем, ребят, у нас сегодня выпуск будет такой странный, лайтовый. Будем любоваться вот красотами. На вот этом вот красавце. Давно я хотел прокатиться. Едем. Нам еще очень долго. Лес сухой. Я думал, будет более сырой. Но лес вот примерно весь такой, колейный. Есть пару там ям. Но мы выйдем на тот маршрут, где будут три интересные ямки. И вот посмотрим. То есть, если я правильно помню, и если та яма осталась, то фары точно под водой скроются. Боковой крен стаскивает. Хороший подъем. Идет шишига на дизеле. Да, по бровочке. Пам-пам. Чисто случайно нас догнал Адамас. Травит колесики. Все, и теперь вот на двух монстрах едем дальше. 3UZ, занижение раздатки, пары. Какие пары? 5.1 у тебя? 5.13. Блокировки, 42-е триподоры. Ну, в общем, такой, по фэншую. Машина в продаже, стоит 4 миллиона. Все вписано, кроме колес. Колеса вписаны 35-е. Ну, так, мощь. Патрол всегда мощь. Итак, мы выехали на хребет. И шишига. Ого, ого. А идет. Ребят, я не знаю, какие-то колеса. Это ураловские колеса. Мне кажется, они 47-е. Но она, конечно, на них может. По раму четенько. Нога на лобовом, он даже не давит газ. У нас появился достойный соперник шишиги. Без проблем. Четенько. Но зато днище помыл. Да, ребят, это, конечно, совсем другой уровень бездорожья. Ой. Это была блокировка. Без передней блокировки проехал. Все четко. Ну, два достойных конкурента друг другу, честно. Едут кайфово.
Подожди. А вон да, я выскочу. Держи. Это будет увлекательный аттракцион. Так, секундочку. Вот теперь мы посадили на брюхо его. Газу, газу, газу! Все четко, ты не упираешься. А где наш друг патрол? Это было сильно. Да, на Ниве б тут не проехали. Итак, самый большой минус этой большой машины — ветки. Низкие ветки. Едем, боимся, ну, помять машину, разбить лобовое, поэтому приходится немножко где-то подрубить, где-то подубрать, растащить и так далее. А что делать? Жить захочешь, не так раскорячишься. Ну когда такая дура на тебя летит, как снаряд. Тут уже за любое дерево просто запрячешься. Все, выезжай сюда. Пробил, молодец. Ну, нужно отдать должное, что патрол-то у нас тоже не детский и не пальцем деланный. 3УЗ. Да чё, уже подожди. Так, он грязь раскидывает, так что... Сейчас, короче, маневры пройдут. Ну что, господа, ставим ставки. Здесь прям... Не гони! Ну, почти Нива. Так, целый день мы ездим, чтобы засадить этих монстров. Зелененькое болото. Плохо. Весьма. А знаете, как
какая еще одна большая проблема — снимать грузовую машину. Она в камеру не помещается. Третье! Третье! Но он на мосту сидит. Туда-сюда. Не, вообще не двигается. А потому что уперся, видишь, тем колесом. Я говорил, вот сюда бы поехал и, может быть, пробил бы. Плотно на мостах. Резина замылилась полностью. И передний тоже утонул. Так, первая лебедка у Шишиги. Так, ну вот смотрите, вот все задним мостом, вот где он сидел, вот это все он, получается, и тащил за собой. Просвет 38 сантиметров, мерили с утра, по яблоку получается. Ну что, хотел? С почином. Хоть лебедка работает, уже неплохо. Поломал Ниву, теперь бегай. Итак, от патруля надо немножечко подальше. Жух. Ра-та-та-та-та. Движение вниз правой стороны. Ух, как его. Мощно. Шевелится. Шевелится. Ну дай он еще раз. Не. Нет, не поворачивай в мою сторону. Нормально. А ты боялся? Передке висит. Пока без лебедки. Да, он шевелится. Вперед! Мне
кажется, надо колеса вот сюда влево, вправо. И по колее шишиги. Вправо! Вправо? Ну, в его право! Ну, можешь еще раз попробовать и руль посильнее чуть-чуть вправо, только чуть-чуть. Блин, ну он двигается. Лебеди! Закопался знатно. Не. Вообще не двигается. Не. Все. Отдай чуть-чуть Сереге трос. Тяни. И шишига будет еще раз. Оп. И на лебедочке. Колеса, право чуть-чуть. Вот и поднимается. Вот эта ступенька. Не надо. Вот и подъехал контент к концу дня. Да. Тут получается патрол уже выкопал намного больше. И сидел намного глубже, потому что уже собирает именно землю сухую. Ходом? Блин, вы бы хоть на барана поспорили, а то просто так тачки и усасываете. Шутка. Молодцы, спортивный интерес. Но он сейчас уже еще больше вырыл. Поэтому, мне кажется, шансов еще меньше. Он прям копал в одном месте. Там прям ступенька теперь. Ты прям будешь с разгона? Отходи, Сережа. Мне кажется, мы сейчас подложим шишигу. Ну, почти. Это было почти. Почти перевернули. Хорошо, что у него гнется рама. Это было фаталити. Сейчас закопаешь. Газуй, чистый резину, пока еще нет зацепа. Видишь, тут такая же жуля, что она не чистится. Но у нее жопа пока, видимо, зацеп имеет. А жопа висит на бугре. С той стороны зажата. Сзади висит рама.
Я предлагаю ее тут оставить и домой ехать. Неплохо. Ну, зато можно рассмотреть. Влево колеса. Неплохую колею он оставляет, то есть все-таки жижа там приличная. Особенно вон то колесо. Вот вам и занижение на дизельном моторе. Чукы-чукы и выехал. Причем везде греб этими рессорами, креплениями рессор. Вон в колесе. Четенько, без проблем. Много раз эту яму видел на видео в Инстаграме у парней. Какие хода подвески! Да, это было мощно. Это было прям сурово. Тут прям гуталин. Лево, 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 лево туда. Тут гнущаяся рама. Заехал без проблем. Влево! Тут больше веса и больше просвет. Проехал хорошо. Прям неожиданно легко. Да. Серега. Нива вы проехал, да? Нет. Ну, вот здесь вот бы Нива пострадала, да. Да. Короче, день близится к концу, и мы нашли просто царь лужу. И я не знаю, по-моему, здесь шансов просто ноль. Но он говорит, я поеду, если ты меня будешь лебедить. Я говорю, едь. Творишь до конца прям, бля, бревно помешает. Не, не трогай, не трогай, оно пойдет у него по мосту. Эх, чуть-чуть ступенька. Шанс есть. Ох, там какая земля. Нет, нету шанса. Бревно. Давай бревно уберем.
Получится? Ну тут смотри какая, видишь, там видишь, ручей шел и намыл глину. И он просто упирается. Не, ну сильно, сильно. Давай, давай. Отъезжай! Сейчас попробует под... Не. Не, дай он в эту сторону сейчас попробует. Макс, он сейчас в эту сторону, там просто намытая глина. Отъедь, пускай он попробует. У него вращение колеса другое, вдруг раскопает. Макс, да ты в эту сторону уже проедешь. Дай ему. Не, давай по-честному, ты попробовал, не смог, пускай он. Давай. Так, царь лужа, финальная попытка патруля. Есть все шансы, потому что обороты колеса намного быстрее. Но это его и минус, потому что он закапывается. Выехал назад. Вторая попытка. До того же места. Да, зацепился боковым левым. Очень копает, смотрите. Есть движение. Пускай на метр! Надо чуть-чуть ему назад. Нет, идет. На метр! Серег, на метр назад! Дверь закрой! Там бревно, да, мешает? Люди. Да, колеса вправо. Реально красиво. Да. Вот я тебя тоже послал сюда. Он красавчик. Он повернул. Вообще чистит, да? Он не закапывается, а чистит. Видишь, хватает движка раскидывать. Это патрон на 3УЗ. Это сильно. Уболтали Макса все-таки взять эту лужу. Реванш. Ну, отдадим должное. Макс не засал и заехал первый. То есть на разведку. Это многого стоит. В натяжечку. Бревна очень плохо. Колеса! Зачем ты копаешь? Ага! Есть зацеп. Технике. Не, ну это тоже достойный выезд. Это прям
круто. Это прям на тоненького, молодец. Не, ну чё, пацаны, нужно отдать должное на тоненького, чисто на технике, такая академическая езда. Не, это было хорошо. Итак, пока светит солнце, решили рубиться до Талова. Полчаса еще можно будет что-то видеть, и потом едем обратно. Очередное препятствие. Мне кажется, оно легко проезжаемое. Теперь патрол пробивает. О-хо-хо-хо! Это было интересно. Вот здесь заметили, как он прям погрузился. Видимо, кто-то давно здесь лебедился, буксовал на одном месте и накопал яму. Это было глубоко. Дизелек на холостых. Аккуратненько, без проблем. Друзья, вот и закончилось это прекрасное видео, насыщенное, эмоциональное. Все пошло с самого утра не по плану, вообще все не так, как должно было быть, но случилось так, как случилось, и этот день мы завершаем вот таким вот тестом мощной шишиги на ураловских колесах и патруля на 3УЗ на 42-х триподорах. Это было эпично, это было круто, это было мощно. Первый раз такой у нас опыт таких машин, но классно. Жаль, июль месяц, конечно, маршруты все сухие. Вообще, надо ехать осенью, но тем не менее, мы нашли грязь, мы нашли, где засадить машины. Спасибо парням, что, как говорится, не зассали и поехали. В общем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши телеграммы, контакты, инстаграмы и так далее. Ставьте свои комментарии, за кого вы болели. А мы топим дальше. Не знаю, что следующее будет. Может, гонки, может, опять лес. Все, всем удачи и пока.